Вот посмотрите, что осталось от мебельной фабрики. Молодежь любит по таким заброшенкам лазить, ползать, рисковать своей жизнью. Кстати говоря, у нас до сих пор остался кухонный стол. Правда, я его все время пытаюсь выбросить, но мама мне не дает. Он стоит у нас в прихожке за место обувниц. То есть она туда складывает обувь старую, ну и никак не хочет с ней расстаться. Стоит шифоньер у нас тоже этой фабрики 60-х годов. И есть этажерка. Вот такие мы плюшкины. Друзья мои, мы спускаемся вот с такой крутой горы. Хотим подойти к речке. Ну и потом перейти через мост и попасть к пещере. А пещера вон там. Сейчас покажу. Тут надо правильно попасть. Вот там, вот она пещера. Мы спускаемся, мама со мной. И не такая она уж и страшная на самом деле. Все, с Божьей помощью спустились две старые бабки. Продолжаем свой путь. Друзья мои, улица, которая идет вдоль реки, называется Береговая. Я как-то ее обозвала набережной. Глубоко ошиблась, ну хотя, в принципе, не очень глубоко. Ой, посмотрите, какая красота во дворе. Вот это люди с руками. Но хочу сказать, что-то я не слышу. Журчание реки. Раньше она была бурная, с бурным течением. Сейчас, похоже, здесь протекает маленький ручеек. Вот посмотрите, какая трава, какие луга рядом с речкой. В весеннее время, когда был паводок, она разливалась и заливала вот эти вот огороды, все близлежащих домов. Но сейчас, так как отремонтировали... Друзья мои, я иду под ноги, смотрю, чтобы не запнуться, чтобы не упасть. Отремонтировали плотину, поставили новые шлюзы. И, видимо, оставляют маленький поток. Ну, в общем, река зарастает. Это какой-то ужас. У меня есть на старых кассетах записи. Мы с детьми, это было лет 20 тому назад. Вообще, хочу сказать, что летом я здесь и так где-то и есть. Лет 20 и не была. Именно летом. Я приезжала сюда либо осенью, либо зимой. Вот как сейчас уже 4-й год зимой. Приезжаю. А летом я давно здесь не была. Ну и вот хочу сказать, что дети здесь у меня купались. И много детей здесь было, и взрослых. В некоторых местах глубина скрывала человеческий рост. То есть где-то свыше 1,5 метров было. Но это за счет того, что запруживали какие-то участки реки. И вот посмотрите, что случилось с речкой.
речка под названием Утка. Бедненькая ты наша речка, боже ж ты мой, здесь раньше раки водились. Рыбки были, я помню, что их даже видно было, стайки. И когда зайдешь в воду, они прям стайками кусали, ну не кусали, а натыкались на мордочками своими на ноги нам. Вот она, дорогие мои друзья, пещера. Вот. Вот. Так, сейчас, один момент. Вот она, пещера. Вход в нее. Сможем ли мы туда сегодня попасть? А вот этот камень, вот. Вот он, вот этот вот камень. Я все время, я еще маленькая была, я все время. И вот эта вот дырочка. Вот здесь. Она прям насквозь туда проходит. И я все время боялась, что он отвалится, упадет. И когда мы находились или мимо проходили, здесь вот находились в этом месте или проходили мимо, я всегда переживала, смотрела на него внимательно, чтобы он туда не, оттуда не свалился на нас. Дорогие мои друзья, вот такая вот красота у нас, вот такая природа. Речка протекает туда далеко, причем она впадает в Чусовую. Эта речка Чусовая впадает в Каму, а Кама, как известно, в Волгу. Ну, а Волга в Каспийское море. Друзья мои, вот сюда вот мы приходили стирать ковры, курточки старые свои. И вот там мост, там мы сушили, здесь же купались, мы отдыхали. И пока мы тут отдыхали, все наше вот это, вот, то, что мы постирали, все это успевало высохнуть. Друзья мои, хотела я встать на мостик, но он вот видите какой, опасно. Я боюсь, я не хочу купаться один раз. Вот мальки все-таки есть, я их вижу. Однажды 9 мая мы учились где-то в классе в 5-м, мы пришли сюда отдыхать, и тут вот были, ну, как бы запруженные места, камни, такие булыжники большие, выложены в ряд были. Мы на них, мы решили по ним пройтись, и я потеряла равновесие и упала. Это было 9 мая, было еще прохладно. Я, вернее, чтобы я кого не уронить из девочек, потому что все мы были рядом, шли друг за другом, я прыгнула просто сама. Сама прыгнула в воду. Девочки надо мной потом так смеялись. Ну и я тоже смеялась, естественно. Это было очень смешно, но 9 мая еще было прохладно, меня раздели, на камнях высушили мою одежду, и до вечера она, конечно же, высохла. Это никогда не забывается. Посмотрите, какой красивый дом. Русские умельцы. Ну, а на таком пне можно и посидеть. Посмотрите, какой он огромный. Тут можно уместиться, а тут, кстати, можно даже организовать стол. Всем места хватит. Человек 5, наверное, точно 6 уместятся. Друзья мои, а вот под этой скалой в первом классе мы ловили раков. Прям с портфелями пришли сюда и ловили раков. Ну, естественно, друзья мои, конечно же, мы ничего не поймали. Но зато впечатление и память надолго осталась у нас. Друзья мои, подошли мы с вами к пещере. Вот он вход в пещеру. А вот этот вот камень, который как будто бы приложен
к этому здоровому камню, к этой скале. Поэтому я всегда опасалась, мимо проходя. Друзья мои, есть у меня фотография, только я не знаю, здесь есть или нет, как я спускаюсь вот по этой тропинке. Очень было красиво, очень живописная фотография. Мне она нравится. Я не знаю, есть она у мамы или нет. Вот посмотрите, какие скалы летом. Красота. Друзья, вот здесь можно потренироваться. Как раз вот на этом подъеме побегать пару раз. Но дело в том, что я с мамой. Мама тоже хочет туда подняться. Но это не легко, прямо скажем. Ну и бывает иногда, что уж делать. Иногда желания не совпадают с нашими возможностями, поэтому я отклонила эту тренировочку. Ну и мы потихонечку направляемся домой. Вот рисковые ребята, вы посмотрите. Мы, кстати, здесь поднимались, очень тяжело подниматься, а тут мальчик на велосипеде.